Уже не овсянки на конкурентов на конкурсе по большому счету не было. С такой харизмой не поспоришь. И тем не менее, козырь в рукаве он все же припрятал на всякий случай. Саёка, Саёка, где моя дорога? Качку варила? Деток? Кормила. Мама Женя считает, что участие в конкурсе – часть образовательного процесса. Они становятся более коммуникабельные, общаются спокойно с детьми, уверенно держатся на сцене. Для меня это очень важно. Курчатов впервые принял подобный конкурс. 18 участников разделили на 4 возрастные категории. У каждого ребенка 5 выходов на сцену. Показать надо все свои таланты, индивидуальность, уникальный стиль. От жюри не ускользнет даже мелочь. Душа моя всегда разрывается на две части, потому что сложно выбрать лучше. Но тем не менее, нужно будет сделать этот выбор. И, конечно, мы определим самую лучшую, самую креативную творческую девочку. Конкурс с каждым годом только набирает обороты, растет статус и уровень мероприятия. Подготовка заняла почти 2 месяца. Сложно сказать, кто волновался больше, родители или их дети. Для кого-то важно получить заветную корону, для других самоучастие уже главный приз. Помимо огромного количества подарков, эмоций, впечатлений, соответственно, победителя ждет участие в региональном конкурсе «Маленькая супермодель Черноземья». Региональный финал пройдет в декабре. В прошлые годы участие в нем приняли не только куряне, но и представители Москвы и даже Владивостока. Александр Юров, Максим Леонов, телеканал «7».